14-й гренадерской дивизии СС «Галичина» и так далее, и так далее. Эти люди нужны исключительно как пушечное мясо. Донат не пропадает. Они все оказываются на обочине истории. Условно, ни один человек из... Вика, ты живая? Да. Слава Богу. Сука! У нас чисто? У нас чисто. Это пиздец. Совпадает с мнением вашего продвинутого знакомого? Ну, понимаете, да, конечно. Но я считаю, что это правильная позиция. То есть, фактически, речь идет о том, что в нашей стране нефть – это особый товар. Ебаться, урод. Двойная выгода. Опа-на! Что натворила? Ты на тормоз-то нажми. Во-во-во, смотри. И шаг ебаный, еще и тому, блядь, реально. Thank you.
информацию, которую нам был предоставлен, были приняты фактически документы, которые мы обязаны предоставлять в рамках государственной отчетности перед Росрыболовством, перед пограничной службой России. То есть, по сути, не все эти... Твою в бога мать твою, блять, а! Молодцы, креативненько. Сказали подарки, что они... Они меня помнят. Да, нам? Да? Поэтому... Стой, блядь! Стой, на! Стой, где? Я себе. Пиздец. Можно нижний сжать. У тебя сейчас верхний зажат, нажав по максимуму. Бах! ISIS still controls the key cities of Mosul and Raqqa. You can point to the по мотивам детективных романов братьев Вайнеров. Попробуем 21.00 на канале России для лиц старше 12. Продолжают музыкальную часть радио.
Есть, но... Let it go, think about it, how